Сначала мне хочется сказать несколько слов о самом композиторе. Мне посчастливилось не только лично знать его, но общаться с ним фактически 30 лет на разных этапах моей жизни. В консерватории я была его ученицей. Занималась его классом чтения партитур и постановки. Когда он был совсем молодым, ему было не более 30 лет. И, конечно, он был очень красив, необыкновенно обаятелен. Это видно на тех фотографиях, которые есть в буклете, и которые на выставке выглядели, наверное. Но, конечно, дело не в красоте, и не только в красоте. Его окружала какая-то особенная аура духовности, света. Общаться с ним при этом было очень легко, интересно и радостно. Занятия по инструментовке у меня были по субботам. И это был счастливый день. Награда за трудовую неделю. Для теоретика всегда очень тяжело. Я приходила в субботу с утра, показывала Федору Гаевичу то, что сделано. Он давал какие-то указания, как надо инструментовать то или иное место. Я садилась за стол в сторонке и делала дальше. Иногда я просиживала по полдня. Приходили другие студенты. Иногда никого не было. Тогда я дальше садился в кресло и закрывал глаза. Но казалось, что он просто отдыхает, но он о чем-то высовывает мышлял. Иногда заглядывали беседы. Беседы, которые запомнились мне на всю жизнь. Как Ярослав Васильевич Денисов, Шнитке давал своим студентам слушать современную музыку, в то время запрещенную консерваторию. И вот эти слушания были очень популярны, конечно, мы приходили на них, несмотря ни на какие занятия. Любые занятия отменялись или попросту прогуливались ради такого. Причем можно вспомнить, об этом много говорят сейчас, что Ярослав Васильевич Денисов назвал изучение современной музыки запретной после окончания консерватории для поколения своего Федора Гаевича, тех, кто закончил в те годы, в 60-е годы изучение музыки второй консерватории. Я могу сказать, что для меня, и, наверное, не только для меня, вот эти слушания музыки были, может быть, первые в 70-й консерватории. Это была настоящая школа знаний, мыслей и, главное, музыки. Потом были другие этапы. Мы с Валентиной Николаевной писали книгу, монографию об Федоре Гаевиче. Бывали у него дома, расспрашивали его о каких-то сочинениях. Он вообще не всегда говорил о своей музыке. Но здесь все-таки он рассказывал. Эти беседы, тогда еще у нас не были приняты диктофоны. Мы записывали от руки. К сожалению, не все уцелело, я так думаю. Хотя многие записи даже сейчас мы себя обнаружили. Многое из этого вошло Хочу сказать, да, еще одно. Потом я уже, как педагог в консерватории, приводила к нему своих учениц, которые писали о нем. И это тоже были беседы, тоже были рассказы. И вот это общение, оно не было слишком активным и частым, оно было постоянным. Для меня не оказалось. А теперь, в заключение вот этой первой части своей презентации, я хочу сказать, что Федор Гаевич был не только прекрасным музыкантом и замечательным композитором. Он был просто хорошим человеком, очень благородным, внимательным к людям, честным, чистым и очень скромным, даже застенчивым. Я не знаю, как он воспринял бы такие торжества, которые устроили в его честь. Может быть, он был бы смущен. Но он, безусловно, заслужил это как человек, как личность, как композитор. Теперь немного о книге. Исходя из того, что я рассказала, а мне хотелось начать именно так, традиционно презентацию, не о книге, а о композиторе, ясно, что я не могла не написать ее. Я ощущала это как мой долг, мой радостный долг, учителем
дань его памяти. Писала я ее долго, писала с большой радостью, с большой ответственностью. Дело в том, что часть, она написала себе почерк. Часть из этих почерков были когда-то приговоры в издании регулярно, Альфреду Шнитке посвящается, которые все знают, которые очень, так сказать, ну, большое начинание устраивались конференции, потом материалы публиковались в Шнитке-центре, в Союзе музыки имени Шнитке. Я почти всегда принимала участие в этих конференциях, чтобы из этого публиковалось. Но я не могу сказать, что моя книга – это сборник статей. Когда я собрала все это, то оказалось, что это все очень едино. Как писал Катка Шнитке, все это об одном. И название «Художественный мир» Альфреда Шнитке как раз именно потому так и возникло, что вместе эти очерки, как я почувствовала, составляют его художественный мир. Поэтому вначале появилась такая вводная часть, которая как бы скрывает концепцию книги, подход сам материал. Музыка Шнитке как единый текст, ключевые темы. А дальше идут очерки, главы очерки. Ну, кратко. Полистилистика, медитативно-религиозная концепция, связь композитора с национальной традицией. Вот сейчас, знаете, Андрей Ильич очень интересно говорил, немецкой, австрийской, русской. Связь с романтизмом, комическое начало в творчестве, особенности поздней истории. Естественно, что те учебники, которые уже были опубликованы частично или полностью, были переработаны для этой книги под знаком вот этого основной идеи творчества Альфреда Шнитке, как единый текст. И для этой книги специально была написана заключительная, чисто теоретическая часть, глава, которая носит название «Музыкальный язык, семантика, символика». И довольно большая, 120 страниц. В приложении помещены воспоминания о годах учения и о других более поздних временах. Спасибо. Теперь эту книгу можно посмотреть, те, кто ее не знает. В принципе, она была опубликована в Петербургском издательстве «Композитор». Поэтому в Москве ее не было, не так много было. И, собственно, потому я и пошла на эту презентацию, что мне хотелось, чтобы все-таки они знали, и чтобы она была известна. Потому что на самом деле в Москве мало кто знает о ней. Но это не важно. Не самое главное, конечно.